То есть домашние стены португальцам не обязательно помогают. Все флаги, главное видео проскочило, где француженка забивает гол, ужасно похожая на Ватейка, и, конечно, все... Роналду – это часть португальской культуры. Это не просто футболист, не просто легенда, звезда. Please stand up for the national anthem of the Netherlands. Señoras y señores. Вот в таком составе он полностью повторяет состав предыдущего матча против сборной Англии. Яспер Силисон, 50-й юбилейный матч. Ой, талант Джо Феликс. И получил травму Пепе. Руй Патрисио, первый номер. Жозе Фонте, 6-й. После выхода в полуфинале Харри Кейна на поле приклеился к нему и не отпустил. Хотя Делик побыстрее. И этому учил Ринус Михельс и Йохан Круиф. Главные творцы голландского чуда и вообще идеи голландского футбола. Да, это важно. Ну и, может быть, если бы не Дерон, она бы так ярко не играла. Хороший пас на Мемфиса. Но... В трудовой книжке написано «помощник», «видеопомощника», «видеоассистента рефери». Что у нас было за работа в одной отборочной группе к чемпионату Европы? Ну да, португальцы выиграли во Франции, у Франции, а голландцы хотя... И Найджел Де Йонг. Да. Символом должен становиться все-таки игрок атаки в Голландии. Удастся доставить мяч на чужую половину поля, отрабатывает Райан Бабел, и все-таки прорываются хозяева, удар блестящему Аяксу, что казалось, ну, Мандебек должен появиться в стартовом составе. Но нет, в финале вновь играет Мартен. Сейчас бордовая, есть оранжевый вариант. Ну, это как леди красит ногти, да, вот так он, видимо... Удар Бруно Фернандеша и... ...защитнику Де Ликту. Мата из Де Ликт начинает атаку, продолжает ее Депай направо. И это скорее пас Ливерпуля, хотя уже и в Саутгемптоне было понятно, что его ждет большое будущее. Так, Гонсало Геда. Публика здесь клуба Порту, который выигрывает половину чемпионатов своей страны в последнее время. Что будет играть, например, Кенни Тете? Ну, здесь ведь связка работает из Эйндховена. Да, нет ни одного партнера. Подключающиеся из глубины всегда имеет... А это удар поворотом, мяч попадает в спину. Ландейку попадает в спину, и тут уже Силисону нужно выходить. Фрейс отлично притормозил, пас на Мемфиса, дальше сыграть. Забыл Мемфис, в чем смысл игры. Он подтолкнул свою команду, сделав передачу, навес. Вирджил Ван Дейк. Там может ведутся очень много футболистов. Вот сейчас первая передача в чужую штрафную площадь от Роналда. И угловой удар первый в этом матче. Дейли Блинд как раз от него мяч и покинул пределы поля. Еще и досталось ему, видимо, мяч очень... И справа Бернарду Силва, у него отличный пас. На коротке играет с Криштиану. Из ноги, рискуя собственным здоровьем, играл Вильян Карвальо. Подача, браво, Де Лихт. Какая передача на ход. Соперник успеет ли Депай поддержать Стивена Бергвейна, а тот и сам может теоретически мной, помогает опорной зоне и при этом всегда готов создать момент. Криштиану тодами пошел вперед Фрэнки. Димфрейс, прошла передача. Так, тоже очень хороший универсальный игрок. Подачи без свистка разыграли голландцы. Никто свистка и не просил, так что можно. Но на мяч, поэтому отбирает. А это будет удар поворотом. Это удар поворотом и угловой. Силисон хорош. Силисон проводит 50-й матч за сборную. Он 5-й вратарь в истории сборной Голландии, который перешагнул этот рубеж. Невозможно, ты не будешь бегать за человеком в любую точку поля. Подача. Подача. Ох, как здорово! 33-я минута матча, некоторые голландцы там с удовольствием забивают себя. Бернарду Силва хорош, но здесь стоит оборонный соперник. Ну или может быть такая игра просто не налажена. Бегут португальцы в атаку, численное преимущество у голландцев. Здесь все-таки очень много техничных футболистов. И вот Бернарду Силва, от него многое зависит. И Де Лихт надеялся на... Контр. Такого прессинга нужно, я не знаю, что сделать, и у голландцев не получается. Да, Мемфис бросил мяч на контратаку сопернику, удар. Нужно было перебросить всю оборону в расчете на то, что Роналду подстроится под эту передачу. Отличный пас, удар. У Данило, рикошет, Криштиану, удар и угловой. Ну, как все просто получается.
лапой, да, куда-то в небеса. Ну, может быть, сколько угодно. А вот проход правым флангом. Подача. Налево. Герейро. Неплохо. Данило. Сразу же разворачивается с приемом мяча. Тут Силисон выходит. И это уже можно признавать официально. Подача. Очень хороший пас. И мяч возвращен в штрафную площадь. Гальцева атаки. Проникающий пас получился чуть ли не впервые в этом матче. Бернардо Силва техничный. Разбирается с тремя. Болельщики точно оттуда не остались. Надеялись на финал. Но проиграли голландцам в овертайме. Криштиану. Сделать ставку именно на второй тайм. Ну вот попытка. Первая в матче на 43-й минуте. Попытка. Передача на Де Йонга. Фрэнки налево. Это Вейналдум. Подача и угловой. И нужно будет выполнить. Действительно, в таком первом тайме возможно что-то лишнее увидеть. И все. Застыл в офсайде, но Семеду может обыграть один в один. Удар. Ван Дейка мяч попадает. И... Семеду накрывает нападающий Бабел. А это удар поворотом высоко. Но здорово. Бруно Фернандеш, по-моему, пятый удар нанес. С глубины и в любом случае так вяло в свои 45 минут. Как это уже на право выходить, по-моему, в стартовом составе. Ну вот, посмотрим. Первый шанс. А теперь немножко другой футболист выходит. И вот Промес делает острую передачу. Нет положения вне игры. Мяч забирает Руи Патрисио. Интересный это удар в ствол. И Бернардо Силву. И, конечно, Криштиану Роналду. Хорошие слова, потому что он действительно программный комплимент. Это он знает, о чем говорит. Передача офсайд. Нет положения вне игры. Нет офсайда. Удар! И Ивара, оставаясь на ногах, просто молодец. Передача Гонсало Гедеш. Ну а здесь подача. Ну, головой еще один удар поворотом. Нет. Синим и другие футболисты могут попробовать удар. Снова угловой. Это Гонсало Гедеш. Да, португальцы сгорается. Очень трудно будет убежать Гонсало Гедешу. Подкат в мяч сыграно. Хотя прыгнул сзади в ноги на самом деле, но поскольку арбитр... Мемфис вновь поздновато отреагировал. Дензел Дюмфрайс добрался к мячу Бернардо Силва, который много, как и Гонсало Гедеш, работает сейчас в обороне. Высокая подача. И теперь его предлагают во всю сборную Голландии официальный твиттер Аякса. Еще один угловой будет. Очень красиво. Вижу борьбу. Еще одна атака. Прострел. И все правильно делает Делик. Выбивая мяч вновь на угла 2. Мемфис. Но здесь очень мощный соперник. И отбирает все равно мяч Мемфис. И трудно. Мы они как раз пригодились. Гедеш. Роналду. Криштиану готовит удар или пас. Подготовил пас для Вёрджила ван. По крайней мере, мне так кажется. А пока атакует тем более сборная Португалии. Передача. Очень хороший пас. И удар поворотом. И гол. Гонсало Гедеш открывает счет. Вот Силисон. Ну... Это слабый вратарь. Но Бернардо Силва великолепен, убирает мяч и дает шанс. Не понадобился даже Криштиану Роналду в этой контратаке. Не успела Голландия воспользоваться своей новой схемой и пропустила. Будем смотреть повтор, разбирать при... Что дальше? Квинси в своей манере так по-хоккейному контролировал мяч. Угловой. Чем ответят... Футболисты в этой необычной форме. И это как раз вышедший на замене с мячом. Подача. И вот теперь и вот это момент! И не забивает Мемфис. Но Мемфис все свои моменты в этом партнеру. И тем не менее, подача опасна. Молодец Рафаэль Герейро. Стоял мощный Дензел Дюмфрис. Шел на розыгрыш. Сегодня действительно основа игры сборной Португалии. Куда нога? Конкретно непонятно ничего. Перевод налево. Отличный перевод. Квинси с мячом. Блин, прострел. Подросток в Португалии. Он очень красивый, очень молодой. Он очаровательно улыбается. У него был звездный матч против Айнтрахта. Сложное изречение. Мужчина может поменять работу, может поменять машину, жену, ну и так далее. Там две по финалу чемпионата Европы. Перевод мяча налево. И там было нарушение правил. Это взбесило Ван де Бека, который прыгнул, возможно, выше всех в этом матче. Же Квинси, Мемфис Депай. И вот он перевод в штрафную, не сильно ли? Это поле, а здесь Мемфис. В
центре нападения оказывается даже Вейналдум. Опять передача и пас в одно, вернее, во второе касание на Квинси, который берет мяч направо. Здесь Дюмфрис наконец-то, нет, даже здесь не коснулся мяч. Си идет в центр. Сходу удар. Мартен Дерон. Герейру. Рафа Силва назад, Бруно Фернандеш, удар, не получится, Мемфис возвращает мяч, классный пас, блин, да, Квинси промес, мощный прострел. После этого смена поколений проходила более-менее безболезненно. Вперед мяча налево, Квинси промес. Просто Португалия сегодня компактно и четко делает все, прорыв по центру, нет нарушения правил. We'll be right back.